Добрый вечер, в эфире телеканал «Астана», программа «Статус-кво», и мы ее ведущие Оксана Петерс и Динара Саджан. Сегодня у нас в гостях известный политолог, секретарь партии «Нур Отан» Ерлан Карин. Добрый вечер, Ерлан Джубаевич. Я вот заметила, что очень часто ваши политические прогнозы сбываются. В марте вы говорили о том, что в некоторых партиях сменятся лидеры, да? И как мы сейчас наблюдаем, в партии «Адалет» действительно сменился лидер. Что это, вот ваш дар какой-то особенный, или вы владеете какой-то инсайдерской информацией? Ну, во-первых, в Казахстане, я думаю, не так уж сложно предсказывать политические процессы и события. Не потому, что события, процессы в стране, они несложные или примитивные, а потому, что достаточно небольшое само политическое пространство, небольшое количество игроков, ну и небольшое количество, скажем, разных факторов, от которых бы зависела бы расстановка сил или какие-то расклады на политическом поле. Поэтому, в принципе, предугадать, предсказать довольно-таки бывает несложно. А что касается того, что, скажем, последних моих прогнозов о том, что на партийном поле могут быть изменения, вот я как раз говорил о том, что изменения возможны, должны, и если они будут происходить, то, скорее всего, не через форму слияния, объединения каких-либо политических партий, а в первую очередь через внутреннее обновление структуры, кадрового состава политических партий. То есть где-то будут меняться лидеры, но помимо где-то Адлета, будут приходить новые лица. Но помимо Адлета еще нигде больше не было никаких изменений. Аналогичные процессы сейчас происходят и в лагере оппозиции, да, то есть какие-то знаковые фигуры начинают уходить. Более того, скажем так, наблюдаются какие-то центробежные тенденции, то есть даже сама оппозиция, которая участвовала на выборах как единая, объединенная вроде бы структура, она после выборов уже начинает, не хотелось бы, конечно, так, кризис, но происходит раскалывание и, по крайней мере, уже формируется где-то три центра внутри оппозиции, три центра влияния внутри оппозиции. То есть после выборов понятно, что перед партиями, особенно те, которые не прошли или проиграли на выборах, перед ними стоит вопрос, что делать дальше, о выборе собственной стратегии. И большинство политических партий или игроков, не партии, а организации или игроков, сообщества, они начинают искать решения вот в таких вот локальных, таких ограниченных формах, где-то что-то обновить, где-то от чего-то отказаться. Пока это будут вот такие вот процессы. Ерлан Анатольевич, вот вы говорите о кадровых перестановках, да? В партии «Нур Отан» возможны серьезные изменения на сегодняшний момент? Или в ближайшее время, например? Перед партией власти, конечно, такой же вопрос не стоит. Потому что все-таки мы выиграли выборы, мы подтвердили свое собственное доминирующее положение. Но, тем не менее, конечно, партия власти тоже будет изучать, анализировать и, соответственно, будет выдвигать какие-то собственные новые предложения по текущей политической повестке дня. Недавнее решение выхода из партии ОСДП, первого казахстанского космонавта Тохтарова Бакирова, вызвало большой резонанс. Вот как часто партия «Нур Отан» лишается своих членов? Много таких людей? В большинстве случаев, если уж как обращаться как бы такой сухой партийной статистике, да, в большинстве случаев, конечно, из партии исключаются. Только там за полгода в партию вступает от 20 до 30 тысяч новых членов партии. Но это очень такая серьезная как бы статистика. То есть это показывает, что поддержка партии растет. Что касается выхода, то в большинстве случаев, практически я даже не помню, чтобы в последнее время были какие-то случаи, связанные с добровольным или каким-то выходом из рядов партии. А что касается, вот вы говорили недавно тоже о том, что, возможно, партия, одна из партий, захочет слиться, да, с партией «Нур Отан», что это будет выгодно, да, для каких-то партий. Вот о каких партиях вы говорили? Я думаю, ну, я, во-первых, конечно, не могу сказать, какие это партии. Я еще раз могу повторить, что для некоторых политических партий, особенно из числа не прошедших, даже из тех, кто позиционирует себя в качестве такой мягкой оппозиции, в качестве такой конструктивной оппозиции, для них, с точки зрения их политического будущего, дальнейшей политической стратегии, было бы
правильно поставить вопрос об объединении с какой-либо политической партией действующей. И чаще всего это, конечно, Нур Отан. Но нужно ли это Нур Отану, это уже другой вопрос. То есть Нур Отан может и отказаться, если какая-то перед из Нур-Отаном одной из партий захочет? Сейчас, перед партией власти, сейчас уже не стоит такой вопрос количественного роста. Да? Сегодня Нур Отан уже сложился как правящая партия. Она сложилась как доминирующая политическая организация, поэтому рост ради роста, количественного роста, такой уже вопрос, конечно, не логично было бы, если у нас один лидер нации, да, один президент, и у него есть своя партия. Та же самая партия Ак-Жол. Я сомневаюсь, что они идут наперекор, да, где-то с Нур Отаном. Та же самая партия там Адилет, да? То есть не логично ли было бы всем казахстанцам пойти в одну партию? Ну, тогда мы будем опять иметь дело, что-то вроде КПСС. Ну, конечно, кому это надо, никому это не надо, все равно... Народу нужно, чтобы у нас было в стране много партий? Конечно, нужно, потому что, ну, во-первых, общество у нас меняется, появляются разные взгляды, точки зрения. Даже на один вопрос вроде бы сложно бывает так, чтобы разделить «да» и «нет». Да, да. «Я за» или «против». Бывает иногда и позиции «я за», но с таким-то условием, или «я против», но при этом так-так-так-так. Поэтому, конечно, появляются разные точки зрения, разные взгляды, и различные социальные группы, различные слои в обществе, они должны находить определенную политическую силу, максимально удовлетворяющую его. Ирлан Тымбаевич, а что вы думаете о людях, которые вот перед выборами, да, когда было понятно, что в парламент пройдут несколько партий, перед выборами немножечко метались и не знали, ну, это в нормально, какую партию это, идти, чтобы по партийному списку пройти в парламент? Это вам нормально. Не кажется, что это уже в личных интересах человек бегает из одной партии в другую, чтобы главное пойти по списку, да? Парламент. А, по партийному списку? Да. Ну, знаете, ну... Потому что тот, кто, допустим, в Нур Отане может быть последний там в списке, да, он же может в Ак-Жоле оказаться. Но там, если люди числе. Только в рядах партии, только ради того, чтобы оказаться внутри партийном списке, или, скажем, только для того, чтобы избраться в парламенте, это, конечно, недостаточно, это неправильно. Только если только ради этого, Но скажем. Есть такие люди. Есть такие Но люди. Но это, наверное, невозможно, Ирлан Тынбаевич, или возможно? Попасть именно в этот список, да, если ты попадаешь в этот список, значит, все, ты прошел. Случайных... Конечно, людей в списках не бывает, по крайней мере, в наших списках. Вот в других партиях бывало. На прошедших и выборах, они проходили? На прошедших выборах был случай, когда известный артист Нургалин Сабжанов оказался в двухпартийных списках. Как это в вот списке партии Руханят и в списке партии АУ. Ну как объяснить? Вот у него спросили? У него спросили, оказался? А он в это время был в больнице, он был под операцией. Никто, ну, на самом деле, никто из этих партий, на самом деле, в реальности даже не поинтересовался, не спросил, поддерживает ли он, хочет ли он избираться. Просто по факту он когда-то поддержал эту партию, ну, взяли и включили. То есть, поэтому, получается, могут без меня включить еще в какую-то партию? Там, где, конечно, не проводится постоянно внутрипартийная работа, там, где своих активистов не знают в лицо, или, скажем, они где не обсуждают постоянно какие-то острые вопросы, не работают над какими-то темами, вопросами и так далее, конечно, возможно и такое. Можете назвать три момента в политической жизни нашей страны, которые вас настораживают? Три момента в политической жизни страны, которые меня настораживают? Да. Интересно такие, узнать ваше мнение. Такие вопросы задаете на ночь глядя. Во-первых, меня как эксперт, исследователя настораживает большее количество проблем, да, вопросов. Я как эксперт, политический аналитик, должен анализировать и смотреть, выявлять разные рода негативные тенденции, риски, опасности, угрозы. В любой сфере или в любом вопросе я как эксперт могу увидеть, скажем так, как и позитивную, так и негативную сторону. Но поэтому какие риски вы сейчас сказать, видите? Ну, строим мы заводы, фабрики, чтобы мы еще задумывались, какие люди будут обеспечены, какое образование. Вот то есть... же самое, кстати, Гани Касымов сказал. Он тоже говорил о том, что народу на самом деле, помимо того, чтобы работать на заводе, им нужно социальное, да, обеспечение. Ирлан Тынбаевич, вот касательно того, что больше всего вас волнует в политической жизни нашей страны, мы знаем, что одним из направлений ваших интересов является национально-региональная безопасность, угроза терроризма. У вас много материалов на эту тему. Вот как вы думаете, насколько наше общество, наша страна защищены от этого зла? Все это время мы были заложниками и общества, и государства. Люди, до какого периода, мнение, Иван миф Ильич? О том, что это какая-то далекая угроза. Да? Вот пока, к
сожалению, не произошли вот цепочка трагических событий прошлого года, да, в ряде регионов страны. И то не сразу, так скажем. То есть, ну, у нас как правило, любая дискуссия говорит... начинается с отрицания. Мне кажется, сейчас, ну, по крайней мере, начинает формироваться такое представление, понимание, что это вполне реальная угроза. Но опять же, я вот смотрю сейчас, изучаю, все равно мне кажется, что все равно все еще есть такое вот представление, будто бы это в большей степени внешняя угроза. Да? То есть на каждую угрозу террористических актов или на каждый случай мы отвечаем усилением охраны, усилением, там, наделением каких-то, может, дополнительных функций. Но этого недостаточно, наверное. Это, конечно, недостаточно. Почему? Потому что нужно, опять же, как мы любим говорить, эксперты, надо на все смотреть системно, комплексно. Да? Самая главная проблема, это, возвращаясь к вопросу, что меня беспокоит, это, может, вот второе, что меня беспокоит, это то, что начинает формироваться определенные внутренние предпосылки, внутренние источники этих угроз у нас в стране. Даже после тех событий, которые произошли у нас в Атрау, в Таразе, в Актобе, мы начали, опять же, причину искать в религиозной сфере, так скажем. Как будто бы основная проблема, как бы предпосылки этих факторов сосредоточены. Конечно, безусловно, что неразбериха или, скажем так, бесконтрольность многих процессов, которые происходили в сфере религии, в религиозной сфере, она отчасти спровоцировала, она отчасти тоже привела к появлению этих Но это проблем. Не главное, да? Но это, конечно, не главное. Но есть же еще социальные. Норвегии, да, вот да. Этот вот норвежский стрелок, то есть там же на самом деле он же не террорист какой-то там, террористической группировки, да? Это просто вот больной человек. И я все это время, вот и 3 года там назад, и 2 года там назад писал разные статьи, там, материалы, давал интервью об этой проблеме. И, например, приводил такую статистику, что последние 5 лет у нас в стране по статье «Терроризм» к уголовной ответственности ежегодно привлекались до 20 человек последние 5 лет. Ежегодно? Ежегодно. Но теперь-то, вот месяц там назад Атырауский суд принял решение, вынес приговор 47 гражданам. Да? Угу. То есть, если мы каждый год привлекали к уголовной ответственности до 20 человек, то теперь в одном деле у нас, в одном регионе, в одном уголовном деле, получается, проходит до 40 человек. Более 40 человек. Вот у меня мечта ходить ночью, выходить там в 2 часа, в 3 часа ночи, допустим, на улицу, да, там, я не знаю, мусор вынести. Но чтобы я уже не боялась, что со мной что-то произойдет. Вот моя мечта – жить в безопасном городе. Сейчас я еще пока боюсь, да. Я вообще боюсь даже поздно вечером возвращаться одна. Не надо ночью ходить поздно. Ирлан Тенбач, ну вы можете успокоить наше общество, сказать, что все хорошо, все нормально, мы защищены, все меры предпринимаются? Включите другой канал, там вас все успокоит, да? Нет, ну, конечно, я не нагнетаю обстановку, и я не говорю о том, что вот угроза терроризма захлестнула страну. Нет, проблема, просто есть проблема, есть угроза, и ею надо заниматься, ею надо предотвращать, а не, скажем, тушить пожары. Да? В основном мы как бы, как пожарники, вот где-то вспыхнул костер, где-то взяли, потушили, потом ждем, где еще разгорется маленькая искорка, которая там приведет к какому-то большому огню, не дай бог. Если речь идет о том, что на уровне простых людей, граждан, да, что нужно сделать, это, конечно, быть бдительным, быть осторожными, понимать, нужно понимание, что борьба с преступностью, с угрозой вообще, с терроризмом, неважно с чем, это не только прерогатива государства, это не только функция, присущая государству, или это не только дело спецслужб, но и дело и в определенной степени, да. И общество тоже, от его понимания то в определенной степени зависит. А в целом нам нужно, конечно, всерьез подойти к объективной оценке ситуации. Это, скажем так, третья часть вопроса, которого мы коснулись вначале. Вы решили в течение всей программы отвечать на вопрос, да. На первый вопрос Оксаны. Ирлан Тенбач, а не получается так, что часто общество дает одну оценку? Да, бывает. А государство дает другую оценку? На то и средства массовой информации, на то и общественное мнение, на то и экспертное сообщество ради того, чтобы приближать, скажем так, к какому-то знаменателю, да? Чтобы доводить мнение определенной части общества до потребителей
этой информации. Это нормально, то есть в любой другой стране всегда есть дискуссия между государством и обществом, в той же самой Франции или Европе. Это нормально. Хуже, когда нет дискуссий. Но самое главное, по вашим словам, получается дать правильную оценку, да, сложившейся проблеме и принять правильные уже решения, да? Я здесь уточню. В вопросе в политике проведения безопасности опасна как и недооценка той или иной угрозы, так же ее искусственное преувеличение значимости. Поэтому нужна объективный, трезвый, такой серьезный подход. Теперь мне бы хотелось поговорить о том, что вот я вначале говорила о том, что очень часто ваши прогнозы сбываются. Вот мне сразу как-то подозрительно, они у вас сбываются. Может быть, вы обращаетесь каким-то высшим силам. Да, помогает ли вам интуиция? Нет, не интуиция. Я сейчас не про интуицию, а как раз вот про... Есть же люди, которые вот на самом деле могут где-то что-то помочь предсказать. Ясновидящие, да? Вот вы обращались хоть раз в жизни? Наверняка здесь без интуиции не обойтись. Но все равно внутренний голос. Честно говоря, здесь уже, мне кажется, не представляю ситуацию, чтобы такая-то тема, чтобы я пошел к какой-нибудь гадалке или так далее. Нет, конечно, дело до таких глупостей не доходит. Неважно, чем вы занимаетесь, если вы этим делом долгое время занимаетесь постоянно и на профессиональном уровне, конечно, появляется ощущение, чутье какое-то, возможность предугадать, предвидеть. Да? Ну, например, тот же самый спортсмен, там, каратист или боксер, который уже, позанимавшись некоторое время, который уже занимается тренерской работой, он, наблюдая за поединком, он уже может, смотря на на какую ногу он поставил упор, там, какую уронную руку вывел вперед. То есть он, в принципе, может предугадать дальнейшие действия фактически безошибочно. Да, там, какой будет удар, как и так далее. То есть это вопрос, наверное, профессионального отношения. В большинстве случаев, когда мы делаем свои прогнозы, исследования, да, первоначально мы изучаем определенные методики, концепции, теории. В принципе, я об этом и постоянно говорю в своих интервью, статьях, которые я публикую, что сводить всю дискуссию о постназарбаевском периоде к теме преемника и неправильно, и ошибочно. Все страхи простых людей, все страхи в обществе, которые есть по поводу этого периода, они связаны с тем, будет ли так следующий лидер таким же, как нынешний лидер. Это раз. Во-вторых, будет ли другой Назарбаев? Да? Но мне кажется, что другого Назарбаева, такого президента, уже не будет. Уже, конечно, естественно, не будет. Это же очевидно. Скажите, женщина-президент в Казахстане возможно? Когда-нибудь, да. А вы видите конкретные личности, кандидатуры, которые могли бы достойно претендовать? Я вообще принципиально по этой теме не зацикливаюсь на теме потенциальных кандидатур вообще. Ни мужчин, ни женщин. Но это самое интересное, как правило. А мне кажется, это самое неправильное. Почему? А потому что это опять же мы возвращаемся к... будем сводить дискуссию к выбору одного человека, который должен будет обеспечить преемственность. Но, как я уже сказал, преемственность должен обеспечить не один человек, а институт. Преемственность должна основываться на институтах, на механизмах. Тогда она будет стабильна, тогда курс также будет реализовываться. Конечно, преемник будет в каком-то степени, да, то есть в целом преемник уже определен. Уже определен? Да, в 99-м году еще. Угу. На первом съезде партии тогда еще вот там, когда президент принял решение возглавить эту партию, выступая, он сказал, что партия вот там – это союз его единомышленников. То есть я считаю, что в целом одним из институтов, обеспечивающих, который будет обеспечить преемственность стратегического курса лидера страны, будет являться нынешняя партия власти. Очень многие политики хотели бы стать президентом у нас в Казахстане. Нет, это в Кыргызстане все хотят стать президентом, а в Казахстане все хотят стать рядом с президентом. Все мечтают. У вас нет такого желания, Ерлан Тынымбаевич? Нет, я в большей степени исследователь и эксперт. И я хочу быть всегда свидетелем, быть тех событий, процессов, которые происходят. И единственное отличие от других экспертов, у меня еще желание быть
в центре, участвовать в этих процессах непосредственно. Ерлан Тынбаевич, вот насколько я знаю, секретарей партии назначает президент. Так? Нет, председатель партии. Председатель партии, президент республики. Президент, да. Вы ведь относительно молодой человек. Насколько для вас было это неожиданным? Ведь вы до этого в администрации работали, да? Я работал в администрации президентом, куда я тоже был достаточно неожиданно приглашен и назначен. Поэтому вообще в Астане пребывал я в некотором таком состоянии, да? То есть, это когда вас пригласили в администрацию? Да. А когда уже в Нур-Отан? Да, когда уже в Нур-Отан. Вначале, конечно, это было несколько неожиданно, потому что я все-таки и не думал, и не предполагал, и тем более не планировал вообще когда-либо работать. Ну вот смотрите, соглашаясь работать в администрации президента, после уже в партии, вы же понимали, что вы теряете статус независимого политолога, да? Да, отчасти некоторые переживания, конечно, были связаны еще и с этим, потому что, да, я теряю этот статус независимого политолога, хотя я уже работаю в администрации, уже не по факту как бы не являюсь, но одно дело работать в госоргане, другое дело работать в партийной структуре, где ты уже априори уже встаешь на какую-то одну сторону, на одну позицию. Поэтому для меня это было ответственное решение, без пафоса, это реально было ответственное решение. Я понимал, что раз я этим делом занимаюсь, раз я в команде президента, раз я поставил задачу для себя участвовать в эффективной реализации тех задач, тех замыслов, да, которые ставит лидер, то я должен и непосредственно быть, так скажем, впереди этой работы. Вы читаете, что о вас пишут в интернете? А там невозможно не читать, когда открываешь. Я говорю сейчас не про Твиттер, не про Фейсбук, а именно вот комментарии в целом. То есть что о вас думают? А потом есть люди, которые обязательно вам напомнят. Други, недруги, которые что позвонят, больше хорошего или плохого? Я не сопоставлял, но мне кажется, больше все-таки хорошего и больше все-таки в поддержку. И это помогает. Если бы я бы это не чувствовал, может быть, я не был бы в достаточной степени уверенным в своих решениях, заявлениях, оценках, вообще в целом в своей работе. Я сейчас вспомнила случай, когда у вас, по-моему, где-то даже занимаются, то есть плагиатом ваши мысли там, через какой-то период времени выдают за свои. То есть это же ваши же коллеги? Было. Таких случаев было, честно говоря, очень много. Это достаточно такая распространенная проблема. Часто встречаешься, когда... мысли просто совпадают. Нет, откровенного плагиата, когда определенные твои наработки, мысли буквально кусками копируют и вставляют. Это было и раньше, лет 10 там назад. Последний раз я столкнулся недавно, полгода. Но это определенные люди делают. Вы следите за этим или нет? Одно дело, 10 лет там назад бывали разные случаи, когда некоторые там коллеги в буквальном смысле занимались копипастом, копировали, использовали определенные наши материалы. Я тогда иногда возмущался, иногда так достаточно нейтрально относился. Но в прошлом году, когда я столкнулся с одним из плагиатов... Я помню, что вы выложили в Твиттере первый изначальный текст, а потом текст, который... Когда аналитики, эксперты государственных структур и более того, аналитические структуры государственных правоохранительных структур, которые призваны заниматься и давать объективно давать оценку, когда они уже занимаются таким материалом, такой практикой, конечно, это уже настораживает. А сами ежедневно кого вы чаще всего читаете из политологов? Ну, экспертов очень много, которых я читаю с интересом всегда. Моего друга Адоса Масатпаева. Многих моих коллег Айдоса Сарума. У вас мнения в основном совпадают или наоборот расходятся? И бывает и совпадает, есть бывает разные точки зрения. Вопрос же не в том, что я должен находить или смотреть то, что совпадает. Как раз таки иногда может быть даже интересно то, что не совпадает. Мне вот интересно, когда вы с своим другом Досмом Сатпаевым встречаетесь и просто за чашкой чая или кофе
может быть, вечером где-то в ресторане. О чем вы говорите? Вы говорите о политике? Он все-таки находится в Алмате, вы здесь, в Астане, скажем, в самом пекле всех политических событий. Мы успеваем говорить обо всем. И о политике, и о жизни, и о своих каких-то делах. Поболтать, поделиться своими впечатлениями. Вот я заметила, что вы, наверное, один из немногих людей, кому удается задавать тренд в обществе, да? Вот, мне? Да, вам удается, потому что я помню, как все в Твиттере заразились этой сакурой, да, после того, как вы вернулись из Японии. Вам на самом деле по-настоящему интересна Япония и сакура? То есть вы ездили специально на цветение сакуры? Я ездил туда по приглашению моих друзей, коллег японских, экспертов. Но я, конечно, я специально спланировал свою поездку под это. Чтобы попасть на цветение, да? И в определенной степени я к этой поездке готовился так, довольно долгое время, несколько лет, последние 3-4 года. Я только, может быть, не только этим, но одна из тем, которой я жил, была именно предстоящая поездка. Я там, нарабатывал разговор на японский, там, не знаю, изучал разные материалы, но вы задали тренд, сакуры. Вы же согласны, что потом, после того, как вы вернулись и выложили это все в своем видео, я просто осуществил свою детскую юношескую мечту. Но вам идет создавать тренды. Вы же чувствуете? Я не знаю, я не чувствую, что все ваши увлечения, они какие-то такие особенные. Фотографируете балбалтасы, наконечники. Но я бы не сказал, что все так повально увлеклись. Не увлеклись, но ваши увлечения вам идут. То есть вы сейчас вот чем занимаетесь? Да? Что, вот, кстати, вы помните, наконечники хотели сдать в музей. Вы их сдали? Они просто музей никак не построится. Не принимает? Да, никак не построит. И я так понял, что строительство будет еще определенное долгое время идти. Это национальный новый музей истории Казахстана. Я сам долго жду этого момента. Вот глядя на вас, понимаю, что вы настоящий политолог, потому что вы всегда пишете, да, на самые актуальные темы. Помимо того, вы занимаетесь, поведете здоровый образ жизни, это заметно по вашему твиттеру. И кроме того, ваши увлечения, да, то есть они все связаны либо с историей, либо... Скоро, значит, получается, так будут говорить. Заведете здоровый образ жизни. Это заметно по вашему твиттеру. Да. Нет, я просто хочу сказать про то, что как политолог, мне кажется, вы такой прям, вы знаете, да, вот технологию успешного политика. Вот опишите нам, как должен выглядеть успешный политик, да, у нас в Казахстане. У нас есть вообще успешные политики? Потому что я слышала мнение, что у нас нет политиков, только зачем один политик. Зачем мне бесплатно раздавать рекомендации? То есть вы за это берете деньги обычно? Ну, или тренинги? По крайней мере... Не устраивает? Берете деньги за консультации? Нет, я консультацией как такового не занимаюсь. Это отдельное направление, имиджология, там, политические консультации. Но к вам обращаются политики, которые не знают, как себя вести? Я не являюсь политическим консультантом в том плане по вопросах формирования имиджа, преподнесения, продвижения, да, собственного образа. Нет, этим надо заниматься отдельно, углубленно. Есть профессионалы, эксперты, которые долгие годы занимаются. Я, честно говоря, фактически не разбираюсь в этих вопросах. Ну хорошо, но вы же представляете, как должен выглядеть идеальный современный казахстанский политик? Ну, если вы пройдетесь по улице и спросите простых наших граждан, какие политики импонируют, а потом зададите вопросы, чем они занимаются, вряд ли они назовут эти же самые увлечения и так далее. Это не самое главное, это просто придатки, дополнение, приложение, так скажем. Да? А в большинстве случаев, чтобы добиться признания и популярности, на самом деле нужны очень достаточно простой, небольшой перечень качеств. Да? А какие это качества? Открытость, честность, справедливость. Люди ценят все-таки, когда человек искренен, да? А если человек играется, он не будет. То есть это же легко распознается, человек играется или он реально искренне это говорит. Недостаточно того, чтобы он красиво говорил, эффектно себя преподносил, там, манерно выступал. Нужно, чтобы человек был реально, там, скажем, профессионалом, компетентным. То есть, и если потом сопоставить, так скажем, список наиболее популярных и наиболее перспективных политиков, то можно заметить, что в большинстве случаев это люди-профессионалы, да, то есть, которые
завоевали уважение благодаря тому, что как они хорошо работают. Я снова возвращаюсь к прогнозам. Мы же живем в Астане, и мне кажется, жители Астаны живут практически кадровыми рокировками. Да? Это любимая тема каждого, наверное, столичного жителя. Да? Вот скажите, в ближайшее время вот вы спрогнозировали политические изменения в политической жизни именно в партии. А в ближайшее время какие-то кадровые перестановки в правительстве, может быть, там, не знаю, смена акима, ожидается что-нибудь? Вот в Астане, конечно, больше половины жителей мои конкуренты в этом плане. Судя по тому, что как все здесь в кофейнях, в ресторанах, в коридорах, кабинетах, все время только живут обсуждением. Мне это, честно говоря, всегда как бы смешно наблюдать. То, что большинство людей, по крайней мере здесь, в Астане, основная тема все время – это в ожидании новых кадровых перестановок. На следующий день, после того, как формируется правительство, назначается премьер и другие министры, разговоры об их отставке, об их скорой замене начинаются фактически чуть ли не на следующий день. Фактически. Утрирую. Угу. Сейчас вроде бы тихо, да? Ну, сейчас вроде бы тихо, но все равно все, опять же, ждут. В определенной степени ожидания. У нас уже есть же народные приметы, по которым мы определяем, какая будет завтра погода. Вот солнце ярко-красное или там еще по каким-то признакам. Вот точно так же, мне кажется, сформировались вот собственные астанинские народные приметы возможных скорых кадров. Которые часто обманывают, да? Как бы, ну, которые часто обманываются, а эти ожидания оправдываются, но они еще больше усиляют. А какие приметы? По каким приметам можно вот понять, по каким, что? Например? Я не знаю, но когда беседуешь с людьми, разговор начинается. Тех-то персон стало в последнее время не видно. Мало. Да. Они показывают в эфире. Или скажем, вот в скором времени предстоят важнейшие внешнеполитические или какие-то события, скажем, какие-то съезды, форумы и так далее. Значит, после этого обязательно снимут. Или повысят. Да. Или там после. Ну вот хорошо. Сейчас скажите, вот в ближайшее время ожидается нам чего-то такого, да? В ближайшее время резких изменений на политическом климате не предвидится. Температура сразу хотелось будет. Бы понять, то есть время, то есть на. А даже, ну и самое главное. Мне смешно не потому, что люди все время живут ожиданием этих кадров перестановок. Мне непонятно, почему люди ждут этих самых перестановок, потому хотя что в реальности лично эти перестановки реально каких-то определенных перемен не несут. Насчет себя вы наверняка как бы можете сказать. Вот ваша нынешняя работа в Нур-Отане, она же ведь не вечна, и вы здесь уже за определенное время, я думаю, вы действительно добились больших успехов. Вот кем вы себя в будущем видите? Я вам честно скажу, не пытаясь даже лукавить, там, не заигрывая. Там. Честно скажу, что я фактически об этом даже не думаю. О моей карьерной перспективе или куда мне пойти, или чем заняться. И если я что-то планирую, то это связано с моими, опять же, банальными моими увлечениями. То есть, когда выдается определенное свободное время, меня больше всего интересует, когда я смогу поехать в свою следующую экспедицию, как я поеду, маршруты. То есть, слава богу, есть у меня какие-то творческие вещи, проекты, увлечения, которыми в буквальном смысле я живу. Да, и мне больше доставляет удовольствие планирование, реализация этих моих творческих проектов, честно. Вот, кстати, почему вас не было в партийном списке? Вы бы не хотели быть депутатом Мажилиса? Сенатором, министром? Как-то особо. Кандидатом в президенты? Если будет такая необходимость, скажем, будет поручено или предложено. Если руководство решит, то, естественно, вы должны выполнять правильно поручение. Да. Это мне напоминает армию. Партия есть в определенной степени сообщество людей, которые объединены некими общими принципами. Да? То есть, если я состою в рядах этой партии, я разделяю эти принципы, эти ценности. Если будет завтра приказ. Не приказ. Приказ пойти на какой-то если определенный участок. Если партия прикажет, то, конечно, я буду готов.
Мне интересно, правда, что у нас есть какие-то в стране элитные группировки, в которые входят какие-то определенные политики, отчасти, которые водят за собой, то есть каких-то... Не совсем это так. Как политолог, конечно, как эксперт, я знаю и понимаю, что есть разделение на разные группы в политике. Это есть и во власти, это есть и в оппозиции тоже, кстати. Там тоже есть свои группы, кланы небольшие, между собойчики. И то же самое есть тоже во власти. Есть разного рода группы влияния, какие-то клановые, может быть, группировки. Но в реальности эти сообщества, они достаточно формальные. Они с нечеткими границами влияния. По очень простой причине. Я об этом тоже несколько лет тому назад писал. И есть одна особенность. То есть в фракционном разделении политиков, чиновников есть определенный важный момент. Во-первых, маленькая страна, небольшое количество населения, соответственно, небольшое количество людей, вовлеченных в политический процесс. И все кому-то приходится, кому-то друг друга кем-то, да? Угу. То есть, условно, этот человек может состоять, условно, мы можем его, по крайней мере, в своих анализах, комментариях, считать, что он относится к какой-то такой-то группе, которая якобы враждует или соперничает, конкурирует с другой группой, да? Но в то же время, в силу специфики нашего общества, традиционного характера нашего общества, каждый кому-то кем-то приходится, да? Родственникам. Родственникам, сокурсникам, одноклассникам. А у вас есть недоброжелатели? Ну, я думаю, конечно, есть. Но вы чувствуете их, что они где-то рядом? Я их постоянно чувствую. Да? А что они делают? Это мне помогает жить. А что они делают? Как они вот дают о себе знать? Недоброжелатели не в полной степени погружен в эти всякие политические моменты и процессы, в эти разного рода интриги. Я как-то дистанцирован. Угу. Я этим могу лично, честно, даже гордиться тем, что я вы не замешаны. Да, я как бы так достаточно дистанцирован. По этой же причине каких-то действий, каких-то недоброжелателей, они не связаны вот с политической как бы сферой. Есть просто, наверное, завистники, недоброжелатели, которые какие-то мелкие пакости там, грубо говоря, подлянки делают. Да. Но, тем не менее, самый нелепый слух, который вы о себе когда-либо слышали. Слух? Да. Это для вас действие недоброжелателей. Одна из форм – это слух. Для меня – да. Вы как бы свои собственные страхи или проблемы просто транслируете на уровень политики. Нет. В принципе, я как бы со слухами никогда не сталкивался. Или, ни скажем, разу. Так. Не доходило до меня. Какие-то отдельные разговоры. Иной раз бывает так, что до меня доходят какие-то разговоры. В таких ситуациях я действую очень просто. Как? Я связываюсь, звоню этому человеку. И сначала выясняю, правда это или не так. Если правда, я ему говорю, тебе это нужно. Во-первых, надо быть мужиком, не опускаться до этих всяких сплетен, разговоров и так далее. То есть самый лучший способ и верный способ – это, конечно, прямой, честный разговор глаза в глаза. Ирланд Анатольевич, на сегодняшний день, слава Богу, вы воспитываете 4 детей. Можно сказать, вы один из тех людей, которые активно развивают демографическую политику нашей страны. Это здорово, это радует. А какие ценности вы вкладываете в воспитание детей? Это постоянный процесс, во-первых. Хуже нет не того, когда человек укрепляется в каких-то мнениях, вещах, и пытается это так однобоко насаждать, так скажем, не, своим детям. Мне кажется, все равно для это ребенка, постоянный процесс. Для ребенка то есть, лучший если пример я это считаю его сегодня родитель. Так, то, конечно, они тоже взрослеют. И бывает, что уже начинаешь слышать какие-то ответные претензии, что разве можно так, нельзя так. Поэтому это постоянный процесс, то есть постоянный процесс взаимного воспитания, так скажем. В принципе, те же ценности, что вкладывали в меня и мои родители. Честность, справедливость. Очень простой набор ценностей. Ну, мне кажется, лучший пример для любого ребенка – это его
родитель, да? Поэтому мне кажется, что вы, наверное, своим примером больше воспитываете. Я же говорю, Ерлан Карин – это совершенный политолог. Мало того, что он не ввязывается ни в какие интриги, у него очень интересные и серьезные увлечения. И самое главное, он отец четверых детей. Какие могут быть эти интриги? На этой позитивной ноте можно и завершить нашу программу. Все время пропадаешь в экспедиции. Какие тут может быть интриги, правильно? Да, пригласите нас, Оксана, на экспедицию. Мы не выдержим и одного дня. Ну что ж, спасибо большое. Я думаю, что сегодня наши зрители узнали многое о нашей политической жизни, о том, чем живет сегодня Астана. Я напомню, у нас сегодня в гостях был Ерлан Карин. Смотрите нас каждый четверг на телеканале Астана. Спасибо за внимание.